Марченко. Подача. Удар! Гол! Артем Довбик! Артем Довбик! Киеве пошли на военную хитрость. Ну или на спортивную хитрость. Новую форму национальной футбольной сборной. Украинские дизайнеры украсили контуром страны с нашим, с вами, полуостровом. Форма украинская, а полуостров на ней наш с вами. Добрый день, расскажите ваши эмоции от игры. Очень горжусь этим достижением. Теперь отпразднуем, даже если у нас мало времени. Я убежден, что мы можем повторить это. Мы реагировали на каждую критику, на каждую неудачу. Не скажу, что нам повезло. В нашей части сеток полно отличных сборных. Но у нас есть качества, которые могут позволить нам преодолеть все препятствия на пути к нашей цели. Никто не ожидал, что мы пройдем так далеко. Выйти в четвертьфинал Евро — это просто фантастика. А теперь попробуем забыть об этом. С завтрашнего дня мы сконцентрируемся только на четвертьфинале. Победа сборной Украины над Швецией. Честно признаюсь, матч не смотрел, не успел. Видел концовку, думал, дело дойдет до пенальти, но я был в шоке от последнего гола украинцев. Они сделали это, они перевернули ход истории. Игроки сборной Украины заслужили свой выход в четвертьфинал. Они выглядели лучше Швеции. Хочу искренне их поздравить. Никогда не сдавайтесь, работай до конца, трудись. Ведь сегодня ты работаешь, а завтра будешь оглядываться и получать удовольствие от увиденного, сказал Криштиану Роналду для газеты The Football Friends. Стало предсказуемо нам в России жить. Все ругают сборную, а я хочу хвалить. Людям вместо отпуска там пришлось страдать и на сбор предматчевый Швейцарию летать. Сразу же с бельгийцами битва тут как тут. Мы отважно бегали, хоть и 5 минут. А потом в Финляндии случайно мяч забили, но в игре с датчанами свой класс восстановили. Все надежды оправдали, снова крупно проиграли. Все надежды оправдали, мы заранее все знали. Все надежды оправдали, все ребята молодцы. Проиграть 1-4, настоящие бойцы. 7 голов за 3 игры наши пропускают, но привыкли так играть и не унывают. А еще отдельно их в
прачечной хвалили, стирки после матча нет, футболки все сухие. Думаю, им премию выдать всем пора. Как сказал Черчесов Стас, лучшая игра. Кажется, его словам можно доверять. Не будет, кто попало, столько денег получать. Все надежды оправдали, снова крупно проиграли. Все надежды оправдали, мы заранее все знали. Все надежды оправдали, все ребята молодцы. Проиграть 1-4, настоящие бойцы. Уровень игры своей снова подтвердили. Ничего не стоит ждать, Россию убедили. А если перестанете сборную хвалить, мы 0-5 от Сербии можем повторить. Все надежды оправдали, снова крупно проиграли. Все надежды оправдали, мы заранее все знали. Все надежды оправдали, все ребята молодцы. Проиграть 1-4, настоящие бойцы. Все.